Итак, всем снова привет. Сегодня продолжаем играть в игру The Joy of Creation Story Mod. И сегодня у нас вторая дверь. Поехали. Опять тренироваться. Так, у нас уже вторая сюжетка, но там фиговинка какая-то. Так, вот у нас есть такой телек. Давай ходим. Топ-т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 оп. Мне нравится здесь дизайн, смотри, как красиво. Сядем. Так, придерживаем Фокси. Скажите, откуда, я уже знаю, просто знаю. Вон Данил в радости скачет. Мы пытаемся просто пройти этот Фредди. Фредди за угол заходит, он уже сейчас скоро. Почему ты все время Фоксика придерживаешь? Ну просто как бы хочется. Она быстрее. Просто как бы мне так удобнее. Он быстрее дверь закрывает. Можно подождать, пока Фредик закроет. Фокси в это время успеет подойти. А потом Фокси резко откроет, резко закроет. И готово. Пойдем, дверь мама закроет. Все, до свидания. Фокси, он сразу дверь закрывает. А этот долго. Он бух. А Фредди пока вышел, он уже дальше. Он когда уже уходит, да. Он начинает бых. Да. Так, Фредди встал. Фокси вообще красава. Так, дверь. 3, 2, 1, 0. Пошли. Так, давай. Бах. Давай подойдем. Я подойду. А если он будет так делать? Чума, и может к нему подойти? Да, он ничего делает, он просто скрипит. Ну скрипит, когда он. Давай. Чкык. Готово. Держим. Так, дверь рядом. Смотри. 5, 4. А я когда я начал играть, 2, я просто всех. 1, 0, пошли. А когда я начал играть, я просто всех задерживал. И Фоксика опять тихо. Ладно, давай сейчас. Задержку. Фокси, давай! Я знаю, ты можешь, да, с ноги. Вылова. И без двери. С ноги, на! Реально. С ноги. А мне только не последний. Ну еще далеко, да. Виншот быстро. Можно... Смотрите, далеко, да? Сейчас моргнет камера. Сейчас Бонни будет визжать. Почему? Что ему не дали мультик посмотреть. Держу. О! Бонни ноет. Эпик, пошли. Давай, с ноги. Эй, как ты умеешь. Бах! А что у него за шляпка такая? Ты просто шляпка. Вон, шляпа. Ты-дыщ. Ну чё, Фокси, а? Да посмотрим на Бонни. Не, не надо на Бонни. Я знаю, где Бонни. Пойдем вместе больше в камеру. Так, Бонни уже... Ему еще 2 раза, и он уже зайдет. Так, Фокси сейчас будет стоять, смотри. Давай, когда он последний раз делает, что это за музыка? Погоди, сейчас. Ну. Пока все хорошо. Лучше не может быть. 3, 2, 1, 0. Пошли. Гоу. О, нет, Бонни рядом. Фредди только-только начал идти. А Бонни в глазок смотрит, да? Нет, он только это. Либо близко. Мы только. Привет, Бонни! Мы только что о тебе рассказали. Я сказал, что он только в глазок. Но даже если бы я успел, все равно бы Фокси пришел. Ну ладно. Да, здесь посложнее будет. Мы не сдаемся. Моя шутка. Хотя это не шутка была. Привет. Кстати, вы знали, это дверь. Что она тут делает и куда она ведет? Смотри, хочешь прикол? А может там. Она, а может она наверх по лестнице? Там. Она по лестнице. Там. Фокси. Он возит шкафчик, а Фредди сидит за Фредди. Да он уже на угле и этот на угле. На угле. Уголь. Ха! Нас на первом часу убили, да ладно. Прохладно. Терпи! К
котенок, лисенок. А тебе кто больше всего нравится из них? Да, почему? Потому что он быстрый. Он вообще клевый. Ага. Он такой... Не, ну если он нормальный... Скорую помощь, он пират. Ну если он не такой страшный... Ну он пират. А, ну да. Давай смотри, 3, 2, 1, 0. Он не такой страшный. Дверь, смотри, какая она красивая. Чё, 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 иди. На! На! У меня фонарик, да? Пофиги. Там он пофиг. Пофиг! Фредди держи, Фредди. Да Фредди. Погоди. Фредди. Неправильно надо написать. Чё? Неправильно надо написать имя Фредди. Чему? Ну нам главное не обосраться, как тогда. Где Фокси? Кто там чё роняет? Так, один час. Бабах! Как к нему подойдем? Смотри, смотри, какая морда у него красивая. Ку-ку. Вот это я рискнул. Ну, ты такой, ой. Хи-хи-хи-хи. Мне кажется, марионетка выглядит. Да какая марионетка? Марионетки нет. Жалко. Дувненько ее не видел. Дувненько ее не видел. Видел ее на Golden канале. На Golden канале. У Golden Freddy есть канал же? Golden Land Studio. А, да. Golden, Apple, золотой, Apple. Land, лев, студия, студия. А зачем лев? Ну не знаю, просто льва изобразил там в виде аватарки. Давай, Фредди, гони! О, бумажка. Меня здесь нет. Фонарь. У меня фонарь, да? Нет, у него глаза светятся. Что там, Фокси? У нас есть Фредди. Ой. Да не, Бонька там еще не родил. Бонни еще не родил, идти ему или нет. Так, Фредди держим. Тара-тара-тара-там, тара-тара-тара-там, тара-тара-тара-тара. О, Бонни уже. Ляса точит. Ну, у него там рука торчит. Сейчас, Фокси с бубнет. Фокси на. Привет. Такой красивый. Я твой глаз вижу. Встали. Да хватит там ронять все. Давай, 2 часа. 2 часа дайте мне. Дайте 2 часа. Иди туда, туда. Смотри. Да погоди. Фредди. Да Фредди еще не... О, 2 часа. Все, Фредди не родил. Давай, Бонни, как ты можешь. Херак. Молодец. Сейчас на Фредди бежим. Да? Бежим, бежим, бежим. Повезло. А потом можем спокойно смотреть мультики, да? Не. Это еще Фокси. Да погоди, Фокси там уже за угол, по-моему, начал заходить, да? И в этот момент мы можем придержать Фреддика. То есть Фреддик прогрузился на телевизоре. Сейчас быстро смотри на Фокси. Тебе показалось. Это не он, да? Да все нормально. Держим Фреддика. Пошли к Фокси. Да уж, вообще прикольно. Фреддика держи. А, сейчас после Фокси Фреддика держи. Тара-тара-тара-там, тара-тара-тара-там, тара-та-та-та-та-та-та-та-там, тара-тара-тара-там, тара-тара-там. Так, Бонни проснулся. Все, Фредди пошел. Что там Бонни только начал отходить. Да, Бонни только начал отходить. Сейчас мы посмотрим на Фреддика. Фредди, ага, Фредди уже близко почти. Давай Фокси прогрузил. Мы его добрым. Именно так же говорят ютуберы быстро, да? Быстрее на Фреддика смотри. Да, Фреддик, чё он? Даже подавился. Так, Бонни только начал там реветь. Давай, Фредди. Давай, Фредди. Фредди, ты не сможешь меня поймать. Молодец, красава. Я ж сел в тот момент, когда он... Ну, ты понял. Так, давай посмотрим. Есть шанс на Бонни посмотреть. Привет, ты такой красивый. Ладно. Но я не он просто близко, так посмотрел, я близко. Реально... Он же близко, так что... Да погоди, мы успеем, понимаешь? 3 часа. А Фокси далеко. А Бонни сейчас теперь ближе. Близко. Давай, Фокси, кидыш дверью, давай. Через секунду. Смотри, сейчас Фокси, Бонни и потом Фредди. Давай, Фокси.
Покажи, на что ты способен. Я в тебя верю. О, он, я его убедил. Хорошо, он сейчас быстро. Погоди. Мы успеем. Погоди, сейчас. Сейчас. Во, все заходит. Угу. Заходит. Даже близко. Очень. Прям вот смотрит в глаза. Давай. И сейчас быстро к Фредди. Бах. Красота! Еле. Ну, тактика, понимаешь? Тактика. Это все равно рискованно с нами. Можем так, можем... Все, теперь придерживай их, они тут. Все. Да погоди, сейчас. Теперь можем мультики посмотреть. О, все. Фредди пригрузился. 3 часа. Сейчас 4 будет, потом... Да, держи Фредди. Много тактики сейчас все придется. Да Чика, ты... Вообще оборзела. Если кто не узнал, это была Чика. Да, она умеет рычать. Могла бы сейчас. О, Фокси, я что так быстро? Ну ладно. Я как бы не против. Мне тактику... Быстро только... что-то, да. 4 часа. Нет. Ну давай, все равно 4 часа. Только 3. Чё? Погоди. Быстрее смотри. Да, вон еще ляжками там. Да только начал. Мы успеем, давай сюда. Не-не-не-не-не-не. Быренько. Вот это плохо. Ух ты, все, я понял. Опять используем тактику, смотри. Он быстро так несся. Давай, смотри, сейчас резко к Фокси. Не, Фокси не надо. Фокси у нас там еще, ну, думает. Хотя, не обязательно телек смотреть. Да Бонни там, понимаешь? А, давай, я все не думал. Обязательно в телек. А я все время думаю, как будто это дверь открылась. О-о-о, тут дверь открылась, что ли? Так, смотри, Фокси. Сейчас после Фокси побежим. Фокси, давай! Ты же можешь, когда хочешь. 4 часа. Да, давай, угадал. Фокси, ты меня бесишь. Уже начинаю бесить. Фокси, у меня ноги дергаются. Давай. Скидаешь. Ты так спешил, что ли, ко мне? Закрой дверь. Бонни. Давай. Видите, мы такие стоим возле Бонни, а сзади Фокси открывает дверь. Все, он мне сейчас Фредди. Давай сейчас. Да ладно. Да ладно. А все равно бы этот Фокс... Ой... Да нет, Фокси. Ну хотя да, но хотя нет, ну ладно. Ну чё? Так, настроение... Мы не сдаемся. Мы не сдаемся никогда. Смешно. Кто это придумал? Конечно же я. Лучшей фигни не слышал никогда. Красивый там коридор. Так, не, там Фредди написано правильно вроде. Фредди. Правильно. Фокси, стой! Остановись ты! Так. Да. Я, кстати, понял, почему у этого... У телевизора есть батарея. Либо это у аниматроников есть батарея. Как бы я не но знаю. Но она ничего не кончается никогда. А, это просто так, да, для красоты. Нарисовано. Сейчас, Фредди первый. Фредди встал. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Давай, Федор. С ноги. С тюпа-тюпиком. Всего 1 час. А вот и Фокси подошел. Сейчас мы к нему подойдем. О,
А чем все время башка вываливается? Ты такой красивый. Видал? Сейчас кто? Фредди. Наверное. А, О, кто проснулся? Это мультики не дали посмотреть. Мультики не дали посмотреть. Так, тихо! Не надо бежать, не надо бежать. Давайте мне 2 часа, пожалуйста. Дверь! Бах! Смотри, что делаем. Подожди-ка. Постой, звонит. На паузу. Да никто не звонит. Все, Фредди только что ушел. Ну мы продолжаем. А, я просто не понял, что происходит. Фредди только что ушел. А там Бонни, кстати, близко подошел. Посмотри, он уже несколько раз. Есть время? Нету времени. О! Есть время? Есть. Давай, скидывайся, бух. Как ты можешь? Веду еще снизу. Вау. Он же близко. Да. Он входит, да? Уходи. Иди. Часа. Фу! Отдыхать, блин. Мягко сказано. Будем радоваться. Жизни. Будем радоваться жизни, да? И не будем напрягаться. Не надо напрягаться. Сейчас подожди, Фредди сейчас. Вон Фокси уже идет, сейчас скоро будет. Сейчас скоро будет Фокси, а потом. Господи. А давай зрителям покажем, как нам по лицу клювом. Так, Фокси рядом. Погнали. На всякий. Бонни там опять проснулся. Ну господи, сколько можно просыпаться, засыпать? Че, у тебя бессонница, что ли? Господи, живи все там в норке, че? Че не нравится? Так, 3 часа давайте на мы. Да боже, Бонни, че тебя там все жизнь карает, а? О боже. Ладно, пошли к Фредди. Фредди гораздо интересней. Привет! Это, кстати, Фредди из второй части. Вы скажете, да ладно, да просто привёл к сведению. Давай, Фредди, брысь отсюда! И сейчас Бонни будет, а? Стоп! Хотя... Не, ничего, она просто сама смеётся. Я вот не знаю, что сейчас делать. Ой, как я не знаю, что делать. Короче, нас сейчас либо Бонни. Нас либо Бонни, либо Фокси сейчас напугает. Давай этого придержим. И вот этого придержим. И вот это. Боже мой! Фокси! Ну ладно, не буду, двоих придержим. О, нет, Бонни! Ну ладно, мы успеем. Главное верить. Ох, есть. Классный обой, кстати. Все теперь. Пока что на так. Мы на удивление справляемся. Пока что мы не. Какие-нибудь мы... все так ходили. Пока что мы на удивление справляемся. Я сам в шоке. Как мы так справляемся? Вот это я жесткий, а! Фокси уже. 3 часа, дайте 4. Хочу. Фредди начинает заново путь, да? Угу.
А Фокси, это вот... как они телепортируются? Фокси уже с угла отошел. Да не телепортируйте, чтобы заново. Господи! Не буду я тебя зрителям показывать, ты некрасивая. Ты страшная, она вся в крови. Она мне походу была, о! Фредди. Вот Фредди. Фредди. Тара-тара-тара-там, тара-тара-тара-там. Давай, Фокси. Вон ничего далеко. Ага! Сколько часов? 4! Yeah. Мы проживем. Это сейчас легко. Фредика не держится. Да не надо ничего нам делать. Просто сейчас он придет и все. И все. А потом сядем и будем отдыхать. Ждать пока. Ждать будем. Привет. Все нормально? Да. Так, я уже забыл, кто где. А, Бонни же, Бонни. Нет, Фокси, посмотрели Бонни. Посмотрим на Бонни тогда. Да, да, да. Есть время. Да ладно! Ну хотя, что я удивляюсь? Сейчас Бонни пройдем, будет легче уже. Вы боитесь, что мы это не пройдем. А еще и Чика сейчас не так. Да, не, мы успеем, все будет отлично. Да господи, заткнись ты. Ближе и ближе. Сейчас Фокси, ближе, потом кто? Ближе. Потом Бонни. Наша всеми известная любимая тактика. После Фокси Бонни, потом после Бонни. Ну не знаю. Как-то все. Ну ладно. Сейчас Фредди как-то держи. Давай, Бонни сейчас. И резко к Фреддику. Надо было Фредди держать. Ну ладно, пускай все. Да поздно уже. Фредди же только-только на. Видишь, поздно. Я прямо его видел! Это вообще. Все, теперь можем отдыхать, смотреть мультики. Да, все. Все ушли. Так что нормально. И 5 часов. Ой-о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 й. Давай, пойдем. Все, тихо, тогда не шуми, не мешай. Господи! Чика, не надо. Оу, что там было? Я ничего не понимаю, не соображаю вообще. Смотри, смотри на Фокси и Фредди. Фредди, Фокси, Фокси. Я в шоке, мы что, пройдем? Давай, давай, давай. Следующий. Сейчас вообще нет смысла смотреть в телек. Бонни проснулся. Ну, он только-только проснулся. Потом у нас будет время на него посмотреть после Фредди. Давай. Как мы с трудом? Мы вообще молодцы, да. И видео не заканчивается, потому что... Всё, давай, давай. О, отлично! Да, да, да. Фокси. Так, пока отлично, да, пока все отлично. Пока Фреддика может держать. А он может и с Фокси рядом. С да господи! Сколько можно рычать на меня? Сейчас. Фокси рядом с дверью, все. А потом Фредди, а потом Бонни, а потом опять кто-то. Мы доживем. Я это знаю. Бонни уже ближе подошел. А ты возле чего? Возле Фредди. Фредди, и у нас будет... Да ладно! Я уж думал, будем Фредди ждать. Мы прошли. Ух ты! Новая карточка. Мы прошли, да. Ура! Как это приятно. А, что-то там написано, неважно. Ну, короче, что-то там возле леса. Неважно. Ладно, все уже. Продолжим в следующей серии. Третья ставьте часть. Лайки, потому что это очень круто, очень было вообще жестко. Мы старались, а людям, которые старались, надо почаще ставить классы. Ну, короче, сами понимаете. Заходите потом на ссылки в описании, если что, на канал моего друга и на мой. И также будет розыгрыш, типа, кто... Там пройдет несколько дверей, может написать в комментариях, что как у него получилось. И мы можем как
бы дать дополнительную секретную концовку после всех этих дверей. Ну и, короче, всем пока-пока, удачи.